Приветствую вас. Вы знаете, Александр, вот то, что вы спрашиваете, да, ваши вопросы, они, ну, по-хорошему, так на нехилое такое время индивидуальной работы тянут. Вот. Ну, если профессионально и серьезно подходить к вопросу. Непонятно немного, вы ждете того, что вам дадут универсальный какой-то рецепт, универсальный какой-то ответ, или что? Вы знаете, я даже с коллегой, вот Игорем Летучим, не могу согласиться с тем, что вам нужно предпринимать какие-то активные действия для познакомства. Вот. Ну, не знаю, может быть, я неправильно понял коллегу, но мне кажется, что здесь данная рекомендация, она возможна, но это уже такой, как типа завершающий этап. А вообще-то говоря, ситуация крайне непростая в том контексте, что вы, во-первых, не доверяете себе, вы не доверяете своим чувствам, вы не прислушиваетесь к себе, к своим чувствам, вы не знаете, что у вас за чувство, за что, какое чувство отвечает, что оно означает. Вы не умеете правильно идентифицировать свои желания, то есть вы не понимаете, чего вы хотите, вы не понимаете, что вам нужно, чего вы желаете. У вас есть запрет на реализацию своих собственных потребностей, потому что зависимость, зависимость — это потребность, потребность — это нужда. То есть вот я чего-то хочу, вот, соответственно, я хочу только, ну, могу получить то, что хочу, только через человека. В данном случае через девочку, через любовь, допустим. Вот. То есть вот эти проблемы в первую очередь нужно решать. Дальше уже будет видно. Смотрите. Не могу перестать зависеть от своих бывших отношений, пишите вы. Понимаете, и не перестанете, потому что это не происходит по воле, вот по мановению волшебной палочки взял, махнул и перестал. Нет. Если вы зависели от отношений, то на это были причины. И эти причины, они никуда не делись. Эти причины стали основанием для того, чтобы ваши отношения распались с девушкой. Но причины сами никуда не исчезли. И здесь вызывает вопрос, ваша первая фраза, что не могу перестать зависеть от своих бывших отношений. А что вы делали для того, чтобы перестать зависеть от своих бывших отношений? Вот вы задавали платный вопрос, я его помню. Сделали вы там лучшим ответом мой. Спасибо вам за это большое. Окей. Ну, как бы, а дальше что? Работа нужна. Индивидуальная работа нужна. Вы ее не вели. То есть, как бы, вы не консультировались, вы не работали, понимаете? И у вас есть ожидание, что вы перестанете зависеть от своих бывших отношений. Сами по себе, видимо. А девочка зимой сказала, что у нее пропали чувства. Сейчас, по прошествии 3 месяцев, я понимаю, что завишу от прошлых отношений, что у меня есть рак, остаться одному. Это не принятие себя, Александр. Если вы боитесь остаться один, вы не принимаете себя. То есть вы не принимаете себя до конца таким, какой вы есть. Вы начинаете себя критиковать, обесценивать, уничтожать и так далее. Ну и, соответственно, девочка вам нужна для того, чтобы бежать от проблем.
Поэтому она не захотела быть для вас средством, как бы, для избавления себя от проблем, избавления вас от проблем. Девочка — это все-таки девочка, и она хочет к себе отношения адекватного. Вот, не найти больше такую девочку. А зачем? Зачем искать вам такую девочку? Такую девочку вы больше не найдете. Но проблема в том, что вы найдете другую девочку, которая может быть лучше, а может быть и хуже. Которая просто будет даже другая. Лучше и хуже она может быть только для вас. И только с точки зрения субъективной оценки. Понимаете? Поэтому тут вы уже, как бы, говорите о своих проблемах. Да? У меня есть страх остаться одному. Окей. Что будете с этим делать? Не найти больше такую девушку. Тоже страх, окей? Что будете с этим делать? Понимаю, что это глупость. Нет, это не глупость. Это нормально. Это реальный страх и реальное желание. Но, при условии того, что это реальный страх и реальное желание, при условии, вы его обесцениваете. Понимаете? Вот. Вы обесцениваете свой страх, обесцениваете свои желания. Нужно выяснить причины. Почему обесцениваете, кто обесценивает, как обесценивает и так далее. Вот. Дальше. Значит, по-любому, когда-то я встречу ту единственную, но страх груди не подвластен разуму. Нет, Александр, вы не встретите ту единственную, если будете находиться во власти вот такого страха. Вся ситуация, которая была с той девочкой, повторится вновь. Каждое утро просыпаюсь с неприятным чувством того, что боюсь, что буду сидеть дома и просто скучать. А. Что в этом страшного? Б. Что собираетесь с этим делать? То есть то, что вы боитесь сидеть дома, боитесь того, что будете сидеть дома, это интересно. То есть получается, что вы подсознательно-то хотите быть наедине с собой. Подсознательно-то у вас стремление к тому, чтобы быть наедине с собой есть, но вы себе это запрещаете. Вы считаете чем-то страшным, что вы будете сидеть дома и скучать. То есть, если я буду сидеть дома, то я обязательно буду скучать. Откуда эта установка? Это первое. И второе. Кто скучает? Вот просто какие люди скучают? Те, кто не слушает свои чувства. Кто подавляет свои желания. Кто подавляет свои импульсы. Люди, которые не могут себя занять, полностью подавили свои, вот свои чувства, свои желания. Если это именно скучающие люди, да, а не те, кто говорит, вот, у меня ничего не получится, там, да-да-да. Это, ну, немножко другая история. Дальше. Дел по учебе много, работы тоже достаточно, но сейчас совсем не хочется, нет ни малейшего желания этим заниматься. А для чего занимались этим всем? Получается, не ваше. Это все. Получается, что ни учеба, ни работа не является тем, что вы хотели делать чисто для себя. Получается. Ну, раз вам всем этим заниматься не хочется сейчас, стоит подумать, в том ли вы направлении идете. Стоит подумать, в том ли вы направлении работаете. Стоит подумать, а для чего я работаю? Для чего я учусь? Что я хочу? Для себя, не для девушки, для себя. Дальше. Хочется найти человека, с которым будет здоровые отношения. Ну, так здоровые отношения выстраиваются тогда, когда партнеры здоровые, а вы совсем здоровый партнер в том плане, что у вас есть зависимость, у вас есть определенные проблемы. Так что хотеть здоровых отношений может быть ненормально, но, во-первых, здоровые отношения не могут быть самоцелью, а во-вторых, для здоровых отношений нужно обеспечение. Вы не можете обеспечить здоровые отношения сейчас, Александр. Так, значит, буду чувствовать себя защищенным по одному из брендов. Это безопасность. И безопасность вы перекладываете на девушку.
что является неприемлемым и что в принципе не может обеспечить здоровые отношения. Здоровые отношения, когда каждый человек отвечает за себя и будучи гармоничным и полноценным, да, эмоционально и психически, будучи полноценным, самодостаточным, наверное, так правильно сказать, человек может что-то давать другому. А если человек в чем-то нуждается сам, то он, получается, все, что делает для другого, он делает в надежде получить что-то от него. И когда не получается, у него начинается фрустрация. А если получается, он к этому быстро привыкает и требуется ему все больше и больше и больше. Так и рождается зависимость, Александр. Поэтому тут вот в корне неверная позиция. А, не представляю, как и где искать девушку, ведь учусь в техническом вузе, девушки мне там совершенно не нравятся. Ну вот смотрите, вы пишете вначале, не могу перестать зависеть от бывших отношений. Туда вы пишете здесь, вы пишете тут же. А, не представляю, как и где искать девушку. Александр, вам не девушку искать нужно, вам над собой работать нужно и пересматривать все, что вы делаете сейчас в своей жизни. Провести инвентаризацию, так сказать, того, на что вы тратите свои ресурсы и поработать со своими чувствами, а также с представлениями о себе. Ни о какой девушке сейчас вообще речь не идет. Если вы считаете, что за вашу безопасность должен отвечать другой человек, здоровых отношений вы не построите. А это значит снова боль, снова разочарование и еще больше убеждение в том, какой вы плохой там и так далее, и так далее, и так далее. Ведь именно для этого, для того, чтобы подтвердить свою мировоззренческую позицию, вы и делаете это все и ведете себя так. Дальше. Так, моя бывшая девушка была в этом плане идеальная, интересная, удобная для меня. Ну, только сейчас я начинаю приходить к тому, что это была не любовь, а просто зависимость. Знаете как, зависимость это со стороны, а вы в ней нуждались. Я бы порекомендовал вам изучить тему созависимости. Вот, может быть любовной зависимости, но это вряд. Я пытаюсь убедить себя в этом, но хотя это очень сложно. А убеждать себя не нужно. Знаете, убеждение это что? Это просто внушение. Ну, это не самая действенная методика, надо сказать. Не надо убеждать. Зачем? Ну, вы скучаете по ней, скучаете, хорошо, скучаете дальше. А хотите чего? По итогу. Ну, чего хотите? Ну, скучаете по ней, а чего хотите? Окей. Как можете этого достичь здесь и сейчас? Самостоятельно. И все. А так, когда вы убеждаете себя в чем-то, все, что вы делаете, это просто обесцениваете, и все. Вот. Я не знаю, как перестать зависеть от других людей, так, но тут уже прям какое-то обобщение пошло. Я не знаю, как перестать зависеть от других людей и научиться быть самодостаточным. Так, правильно, Александр, вы не знаете, потому что вы не специалист, это мы знаем, и мы вас научим, но это индивидуальная работа. Пока я могу сказать, что зависимость от других людей строится на потребностях, и пока вы сами на себя личную ответственность не возьмете за удовлетворение своих потребностей, вы будете от них зависеть. Что касается самодостаточности, то здесь необходим отход от сравнения себя с другими людьми. Как? В какой методике, через что, это уже нужно разбираться непосредственно с вами. Какие шаги можно предпринять, чтобы стать на верный путь? Ну вот, для начала проанализировать свои желания, просто выписать их и подумать, как вы можете удовлетворить их здесь и сейчас. Ага, чувства можно тоже выписать, тоже посмотреть, какие вы в себе подавляете чувства. Свои стороны слабые, которые вы в себе не принимаете, тоже можно выписать, посмотреть, почему вы их не принимаете, откуда вы это взяли, что их не нужно принимать, а почему вы считаете, что их у вас не должно быть. Вот. А сравнение себя с других, с другими людьми, тоже момент такой достаточно,
достаточно важный, потому что если вы это делаете, сравниваете себя с другими людьми, то вы у кого-то этому научились. Вот тоже подумайте, от кого вы этому научились. Вот. Знаете, нет о вас информации полной, чтобы говорить, какие конкретно вам шаги нужно предпринять. Знаете, то, что я сейчас дал, это вот такие обобщенные немного рекомендации, да, которые как бы, ну, нужно изучать, исследовать именно вашу историю. А спортом занимаюсь много. Отлично. Отлично. Для чего? А учебы много. Прекрасно. Для чего? Подрабатываю. Супер. Чтобы что? Но все это нисколько не доставляет удовольствие. Правильно, а что доставляет удовольствие? От чего получается живая обратная связь? Доставляет мечтать. О чем? Хочу я, во-первых, найти девушку. Ну, опять же, по кругу. Знаете, не может быть девочка быть самоцелью. Не может быть цель найти девушку самостоятельной. Вы хотите, не хотите найти девушку, чтобы что-то. Дальше, во-вторых, начать работать и закончить учебу. Зачем? Для чего? Понимаю, что первое не поможет мне решить мою проблему, а лишь убегаю ее. А второе невозможно, потому что доучиться надо. Да нет, вы же подрабатываете, да и многие людей учатся и работают одновременно. Многие начинают работать по специальности еще до окончания учебы своей. Вопрос, как решить две эти проблемы? А какие проблемы? По учебе и работе здесь, в принципе, я сказал. По девочке и отношениям тоже сказал. Как представить отношения? Сказал. Как научиться радоваться быть наедине с самим собой? Сказал, принять себя. Как добыть свою девочку, бывшую девочку, найти себе новую? Противоречие. Противоречие, понимаете, если вы говорите, как перестать зависеть от отношений, да, если вы действительно хотите перестать зависеть от отношений, вы не будете спрашивать, как найти новую девушку, потому что это, по сути, как бы, ну, шаг в сторону зависимости опять. Вот. Вот так. Так, поэтому вы определитесь уже, как бы. Либо вы работаете с зависимостью, либо вы пытаетесь найти новую девушку. Но никто вам не гарантирует, что в новых отношениях у вас не повторится то же самое, что и было в этих отношениях. То есть вы противоречие, снимите вот противоречие, что вы хотите перестать зависеть от отношений, но говорите, как найти новую девушку. Так, а новую девушку-то вам зачем находить? Чтобы удовлетворить свои потребности. Если вы будете удовлетворять свои потребности с ее помощью, то это будет опять зависимость. По сути дела. И смысл вашего вопроса тогда. Вот. Чего хотите-то? По итогу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.